Приветствую вас, друзья! Фокусы с монетами всегда воспринимались как что-то интересное. А как вы считаете? Давайте проголосуем, посмотрим, сколько человек думает так же. Лично мне кажется, что монеты воспринимаются проще, потому что при первом взгляде человек видит это как обычный предмет, который он каждый день держит в руках, нежели карты, которые он даже перетасовать не может. Поэтому в любой компании следует начинать фокус с монеты. А еще лучше попросить ее у кого-нибудь. Ну и далее при показе посмотреть на реакцию. Если им понравится, то соответственно можно уже достать карты и сказать, а могу показать еще и с картами. Ну и перейти на карточные фокусы. Я много раз встречал людей, которые воспринимают фокус с монетой намного адекватнее, чем с картами. При виде карт люди как будто бы звереют. Они воспринимают иллюзиониста как шулера и обманщика. А на монету ассоциации нету. Они максимум могут посмотреть там ваши рукава. Если, конечно, они у вас есть. Поэтому, мне кажется, каждый из вас должен знать парочку таких фокусов, чем мы сейчас и займемся. Но перед этим подпишитесь на канал и поставьте класс этому видео, если вам все понравилось. Ну а теперь начинаем. Итак, первым делом, правильно, не самолеты, а взять монету в нужный хват. Для этого поместите ее, если вы правша, в левую руку между средним и большим пальцами. Оставшиеся пальцы соедините вместе, это наше исходное положение. После демонстрации монеты мы поместили ее в наше исходное положение, и наш правый большой палец заходит за монету. Оставшиеся пальцы прикрывают и соединяются с большим. В этот момент наша монета падает в ладонь, после чего мы делаем вид захвата монеты. Для этого большой палец уходит в сторону, а кулак мы сразу переворачиваем. И кулак мы формируем не пальцами к ладошке, а именно накрываем ее пальцами, как будто взяли монету. Просто берем ее, переворачиваем кулак и опускаем руку. Все внимание будет на кулаке, поэтому не переживайте про опущенную руку. А далее можете достать монету хоть откуда. Второй фокус выглядит так. Мы демонстрируем монету и кладем ее на правую руку вот на эти пальцы. Далее большим пальцем прижимаем монету и средним с указательным пальцем ведем ее до основания большого. После чего зажимаем ее здесь и на несколько секунд кажется, что рука нормальная. Левой же рукой нам надо создать иллюзию ловли монеты. Вот так. Правая рука на момент броска выпрямляет пальцы. А далее мы просто открываем пустую ладонь и снова делаем все то же, только незаметно забрасываем монету по-настоящему. Большой палец всегда должен быть тут, чтобы не было различий между первым и вторым движением. Чтобы человек не заподозрил, что в другой руке монета, в момент настоящего заброса просто средним пальцем потрите кулак, как будто вы поднесли руку не для заброса монеты, а для выполнения магического трения. Для третьего фокуса нужно положить монету вот сюда на левую руку и сжимаем кулак вот так, поворачивая от зрителя. А чтобы скрыть эти перемещения пальцев, просто вот так трем, как будто поколдовали и под прикрытием правой руки перевернули руку, при этом захватив ее, как в предыдущем фокусе. Помахали и открыли ладонь, после проделываем то же действие из предыдущего фокуса. Ну вот, собственно, и все.
Подписывайтесь на канал, комментируйте это видео, учитесь и, самое главное, удивляйте людей. Пока!